Доброе утро всем моим знакомым и друзьям. 23 декабря, суббота, мы в Новом Поле. Вчера был дождь, к вечеру подморозило. Сейчас снежок, тепло довольно-таки. Месяц назад я показывал, подмерзал уплотнитель, вот этот, в машине. Вчера вечером подмерз, я отжал дверь немножко, вот такие движения, подмерзает. Вот так вот, понадавили по периметру двери, маленько разжали там снег этот, который замерз. И точно так же здесь вот, в местах прилегания, не надо дергать ручку. О, открывается нормально. Силиконом промазывайте уплотнители вот по периметру, когда мороз будет заранее. Вот теперь мороз вот в эти вот моменты. Все нормально откроется. Дверь. Сейчас займусь, промажу еще раз.